Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 8 вечера на часах. И сегодня я вам расскажу и покажу, как правильно выбрать спелый арбуз. Сейчас самый пик арбузного сезона. Рынки и магазины завалены этими ягодами, и у многих возникают проблемы с определением спелости этих ягод. Существует множество ошибочных версий определения спелости. Желтое пятно, сухой хвостик, четкий узор, правильная форма, вес арбуза и много-много других. Это все не имеет никакого отношения к спелости. Спелость арбуза, не разрезая его, определяется всего по двум факторам. Это звук и вес. Арбуз должен быть тяжелым относительно своего размера и звенеть при ударе двумя пальцами. Стучать надо не ладошкой и уж тем более кулаком, а фалангами двух пальцев, и звонкий звук должен быть слышен всем окружающим. Как вы видите, арбуз оказался очень спелым и, можете мне поверить, очень вкусным и сочным. Да, и еще одно важное наблюдение. Если семечки в арбузе все черные, значит арбуз переспел. В идеальном для поедания состоянии арбуз всегда имеет несколько белых семечек, хотя подавляющее большинство, безусловно, должно иметь черный цвет. Используя такой простой лайфхак, вы всегда выберете себе идеальный арбуз и порадуете себя и своих близких великолепным вкусом этой ягоды. На следующей неделе выйдет ролик о том, как правильно выбрать арбуз на бахче, где я покажу урожай арбуза сорта «Продюсер» в этом сезоне. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!